хозяин игрушек. Ему жалуются. Так, мы здесь были ведь, да, у вас? Да. Ага. А еще раз, что ли, нельзя? Можно, но снимать ага. нельзя. Зачем? Я не хочу, чтобы публично. Не хочу, так чтобы это не для снимали. Публики. Ну, я не знаю, для каких целей. Может, вы меня выставите? Да нет, не выставим. Скажите, ну, просто в интернете выложим вас, да и все. Зачем? Просто ценами. А? Просто цены ваши выложены, все, и товар. В смысле, а чего цены выпадают? Ну, вот людям нравится смотреть на цены в России. А как канал называется, кстати? А, это не для канала, там мы главному редактору, в общем, скидываем, он уже сам там решает, что сделать с материалом. Угу. А цены-то тут при чем? Ну, цены нравится людям смотреть. Так, кстати, каким, да. Каким людям-то? В интернете. Так я говорю, ну, на канал мы есть какой-то? Так мы тоже не подписаны, я даже не знаю, а зачем на какой-то канал. А зачем вы тогда берете наш, бесплатно тогда берете, снимаете нас, тогда... Ну, не, ну люди же не хотят, чтобы их снимали. Вы же их не спрашиваете. Мы же их же не снимаем. Ну, вы прямо сейчас их снимаете. Но если бы вы со мной бы не разговаривали, я бы вас даже не фиксировал на видео. Ну, вы хотя бы лицо бы не снимали. Это ну, тоже ведь вы, а вы человек должны представиться и удостоверение какое-то показать. Просто... Это потом можно разбираться. А представиться это для чего? Что нельзя, что ли, в магазин зайти? Нет, можно, но они публично не хотят объясните, зачем себя вы... себя это. Вот, чтобы люди цены смотрели. Цены есть, люди могут прийти и так цены. Ну, людям может у нас это в интернете можно посмотреть. Не в досуг. Мы не хотим. Они хотят дистанционно все посмотреть. Можно же так сделать. Так, ну, дистанционно есть, ну, у каких-то отделов есть свои группы ВКонтакте. Ну, вот, тем более. Тем более все публично. Ну, так и зачем это снимать? Мы просто хотим, а вы, да и все. Вы должны были с руководством договориться, во-первых. С какими, для чего? Ну, вы опять снимаете лицо. Ну, так они, если со мной разговаривают. Нет, так, вас же попросили не снимать лицо. Ну, а почему я не могу его снимать? Ну, потому что это уже наша личная жизнь. А это закон, ну, если вы не имеете права без нашего разрешения. А какой, кстати, закон? Кстати, да, надо вот поднять всю юридическую документацию. Посмотреть. Может быть, если бы вы дома сидели, то я бы, конечно, не мог вам прийти поснимать. А здесь вы находитесь в общественном месте, здесь можно всех фиксировать на видео. Да, вы представьтесь. А мы можем не представляться. А мы можем не представляться. А вы можете вообще куда-нибудь в интернет, куда-то слить. Что? И может быть какой-нибудь хакер возьмет выложить. И зайдет на сайт и что-то сделает. Нет, это слишком извращенно. Это может, это у нас можно просто выложить на сайт, да и все. Хорошо, а какой главный редактор? Главный редактор чего? Он в Вологде живет. Лицо, пожалуйста, не снимайте, я вас прошу. Ну, замажу. Чем замазать? Ну, покажите мне просто. Да. Камера так вон, делает. Вон. А, там, да. Ну, а зачем вы снимаете лицо? Ну, я замажу потом его. Нет, вы не замажете. Замажу. Ну, или стикер там наложу какой-нибудь, ну, чтобы лицо видно не было. Но я же прошу не снимать. Ну, мы же сейчас в общественном месте находимся. Ну, я вас прошу не снимать мое лицо. Ну, я в целях собственной безопасности. Нет, подождите. Все это снимаю. Еще раз говорю, я вас прошу не снимать мое лицо. Ну, это просьба была? Да. Ну, просьбу отклоняю. Вы же можете просто уйти, зачем с нами разговариваете? Ну, потому что вы находитесь в моем магазине. Мы не в твоем магазине находимся. Во-первых, ко мне на «вы». На «вы». Вы находитесь в моем магазине. Ну ты же один, а не тебя много. Не ты, а вы. Ну ты же один, а не тебя много. Нет. Вы меня же провоцируете сейчас. Чем? А ты провоцируешься? Нет. Вы меня провоцируете тем, что вы мне тыкаете. Ну а ты провоцируешься на это? Да. Будь стрессоустойчивым, значит. Ну я стрессоустойчив. Я говорю, вот тем более. Вы приходите в мой магазин, снимайте мое лицо. В какой твой магазин? Это мой магазин. Весь торговый центр твой, что ли? Нет, вот вы сейчас находитесь в моей части магазина. А как в твоей-то? Я вот не чувствую, что знаю, ты здесь это... хозяин. А чем ты чувствуешь? Ну, если бы я к тебе дома пришел, и ты мне сказал, это нет, мой вы дом. Находитесь в мо... ну, вы находитесь ну. в моем магазине. Ну, а в первую очередь-то мы где находимся? В общественном в моем месте? В первую очередь в моем магазине. В первую очередь мы в общественном а месте что такое находимся. Общественное место? И тыкать не надо, надо разговаривать, надо. Мы с ним. Вы что с ним на него тыкаете? А он же один здесь, а не его много. Ну, элементарное уважение у вас должно быть. Ну, к чему уважение-то? Ну, я к вам тыкаю. Ну, тыкай. Зачем тыкай? Я к вам на «вы». Ну, можешь выкать, мне все равно. Хоть как разговариваю. Частная собственность, молодой человек, понимаете? Да частная собственность дома у вас, дома. Это общественное место в первую очередь. Так я вас спросил, вы же, ну, оперируете? Ну, что такое общественное место? Ты занимаешься торговлей? Ты занимаешься торговлей и не знаешь правила торговли, что ли? Что мы можем? Вы не можете меня снимать. Мы сейчас вообще не про тебя. Еще раз. Мы снимаем цены. Не про тебя, а про меня. Мы сейчас снимаем цены и товары, понимаешь? Цены и товары. Понимаете.
Пойдемте поговорим. Зачем нам с тобой куда-то выходить? Нет. Не надо, не надо мне никуда толкать. Так зачем ты меня толкаешь-то? Зачем? Да ты что, блин, делаешь-то, а? Убери руки, убери. Ты что, блин? Не адекват, что ли? Так иди, иди отдыхай. Пойдемте поговорим. Да иди отдыхай. Иди отдыхай, ты что, блин? Иди отсюда. Ты дурачок, что ли? Слушай, ты дурачок, что ли? Не надо, не дурачок, надо, не надо, молодой человек, вы не провоцируете его. Вы ты зачем меня за что это хватает? Это вот правильно, если я вызовете говорю, не снимайте, милицию. Да буду я тебе снимать неадекваты такого. Нападаешь тут на меня, отойди подальше. Так я к нему, я говорю, пойдем поговорим. Нет, не хочу с тобой разговаривать. Мы уйдем, когда вы приедете. Ну, я его просто не отпущу. Почему это ты меня не отпустишь? Ой, ребята, это нормально? Отойдите все подальше. А почему вы при... пошли отсюда, быстро! Так ты чего? Сука, быстро пошел отсюда, блядь! Пошел, сука! Я сейчас разобью камеру, понял? Пошел отсюда! Пошли, сказала, сука! Ушел! Давай, давай камеру! Вы что делаете? Зачем? Зачем? Что делаете-то? Кто? Козлы? Задушить пытался. Это... В мир фарфора мы находимся в торговом центре, тут маленьком, на нас какой-то неадекватный напал. Ну просто человек подошел, начал нас трогать руками, начал толкать, начал хватать, за шею схватил. Он в торговом центре. Идите туда. Что такое там? Там человек газ распылил, на него какой-то неадекват бросался. Не ходите. Не пойдем. Он бычку включил. Сторож стрелял бот. Здравствуйте, на каком основании вы распыляли? А ты кто такой? Я человек, проходящий мимо. Вот тут сын человека. Ну? Что за паника здесь? Не знаю. Эвакуация, наверное. Вон, смотри, все вопросы к нему. К этому неадеквату. Вы имеете право, что ли? Я вас попросил не снимать мое лицо. Я тебе сказал, что я просьбу отклоняю. Я вас попросил не снимать. А если бы он меня задушил? Я вас попросил. Я же тебе сказал, что я твою просьбу отклоняю. Распылил вообще газовый баллончик. Перцовый. Перцовый. Хорошо. У людей аллергия. У меня, например, аллергия. Ну что ж вы закрылись-то? Ходили здесь, снимали.
Вот мне сейчас люди говорят, мы ходили, снимались. Ну хотели и ходили, что дальше-то? Ну, вы им, хорошо, вы имеете право снимать в магазине. Ну, вот снимали. Лица вы не имеете права снимать. Ну, мы же не снимали лица. Это организация или что? Мы же не снимали лица, он сам вы к нам подошел. Вы организация какая-то? Нет. Я вас три раза попросил не снимать. Ну, я же твою просьбу сразу отклонил. И я же вас попросил. Ну, я нет, твою просьбу вы. Отклонил. На ты уже, на ты. Давно уже на ты. Я говорю, а если у кого аллергия, это же кошмар. Вот все вопросы к нему. Он меня задушить пытался. Я говорю, не снимайте мое лицо. Опять хочешь? Что опять? Опять хочешь? Что опять? Ну не подходи ко мне, не и все. Не трогай, не надо. Сейчас полиция приедет, разберутся. Не подходи ко мне, говорю. Ждем полицию. Да, ждем, конечно. Подходить только не надо провоцировать, ладно, человек? Не снимайте мое лицо. Слушай, сколько ты раз уже это сказал? Ну, а вы не можете понять это все? Да, конечно, не могу. Не хочу и все. Так ты такой неадекват, еще набросишься на меня. Зачем мне это надо? А потом еще свидетелей не будет. Так я ты ж набросился, за шею меня начал душить. Нет, я попросил не снимать мое лицо. Так ты меня за шею начал душить. Нет, я попросил не снимать. Ты меня начал за шею душить. Я попросил не снимать мое. Ты начал меня душить за шею, ты на меня набросился. Нет. Как нет? Нет, я не знаю. Ты этого не помнишь уже, что ли? Нет. У нас вот с двух, с трех камер мы ведем съемку. Ты понимаешь, что ты натворил-то, нет? Вот своими действиями ты всех работников подставил. Директор. Какой ты нахрен директор? Изучай законы. Законы о защите прав потребителей. Понял, директор? Так давай, расскажите мне про законы. Мы можем знакомиться с ценами и товарами любым доступным способом. А вы можете распылять перцовый баллончик? Я могу защищаться, жизнь свою защищать. Понял? Почему вас только трясутся? Потому что это выброс адреналина. Ты что, не понимаешь, что ли? Что у вас с выбросом адреналина? Ну, он выбрасывается у каждого человека в экстренной ситуации. Нападает ты не каждый день на человека, понимаешь, нет? Или ты каждый день нападаешь? А у вас голос повышается. Да хочет и повышается, тебе какая разница? Разберемся, козел.